Твери продолжается реализация проекта «Яма нет». В его рамках активисты своими силами заделывают ямы во дворах. Они латают дыры холодным асфальтом, который продается в строительных магазинах. Инициатором и идейным вдохновителем проекта выступает советник президента России Владимир Васильев. На днях ход работ на одном из объектов оценила директор Тверского добровольческого центра «Мы вместе» Юлия Саранова. В Твери полным ходом идет масштабный ремонт дорог. Однако состояние некоторых улиц и дворов оставляет желать лучшего. В основном из-за мелких, но неприятных дефектов. Тверские активисты решили своими силами заделывать ямы на дорогах. Свой проект они назвали «Ямам нет». По мнению руководителя Тверского добровольческого центра «Мы вместе» Юлии Сарановой, жители города смогут сами изменить свою жизнь к лучшему. Мы постепенно начинаем привыкать к комфорту, да, хороших дорог. И хотелось бы, чтобы этот комфорт постепенно подбирался к нам поближе и начинался буквально с порога нашего дома. Поэтому, наверное, здорово было бы еще и обратить внимание не только на отдаленные дороги, но и на пешеходные, да, вот какие-то маршруты, остановочные комплексы. На данный момент у активистов проекта «Ямам нет» есть сайт, на котором они рассказывают о каждой заделанной яме. Объекты выбираются, исходя из публикаций в соцсетях и обращений граждан. Мы обратились, это более месяца тому назад, с просьбой сделать дороги. Наши просьбы были услышаны. Мы довольны. С начала года в Твери устранено уже 315 дорожных ям, 85 ждут своей очереди. Это очень хороший результат, но работы предстоит еще много, констатируют участники проекта. То, на что хочется обратить внимание, это на то, чтобы эти программы от таких магистральных улиц, от центра, да, постепенно переходили к таким более периферийным территориям, например, к таким, как вот улица Линейная, да, которая достаточно отдаленная от центра города, находится. Мне кажется, очень важно, что коллеги, да, вот наши таким вот проектом, да, в том числе, обращают внимание на вот эти территории, которые находятся в отдалении.